Всех витаю, дорогие мои друзья. Мы вышли погулять. Проводили уже Оксану с Вовиком с утра. Ага, вот взяла палки, называется. А кто теперь ходит этими палками, непонятно. Ева на занятие была, мы ждали до вечера. Сейчас вечер. Вероничка, смотрите, бабушка Тома гуляла с ней до обеда. Вон купила какой ей красивый обруч. Скоро будет Хэллоуин. Настя, привет. Привет. Угу. Настя. Да? Вот отнимает палки, да. Так, вообще-то я брала для себя эти палки. По одной палке, давайте. Это же сверху этот. Это Тамара, Галя, Вася. А Света опять скажет, что Свету не взяли. Света сама лентяйка не захотела ходить. Да. Говорит, почиваю полностью. Да. Она до обеда. Расскажи глядачам, что баба Света трошки приуставшая. До обеда сходила погулять, все, после обеда сказала, буду спать. Отдыхает. Света в кафе плед свистнула. Что? Там во Львове. Баба Света пришла на вечерний промысел. Она все время плед брала. И что? Свистнула плед. Она завжди берет и плетется. И что? Каждая в кафе. Баба наша укрывается и седает на нем. И что в этом? А кто там написал из зрителей, что она в кафе? Че забрала в кафе плед? Да нет, не забирали мы вообще. Это наше. Это не плед, а шарф Тамарин. Мы покажем потом. Вечером мы решили прогуляться. Да ладно, на, хоть обе палки бери, на. Возьмешь обе палки, на, бери. Ради бога, иди. Нет, одной только, да? Хорошо. Еще есть такой тризуб, положили в рюкзак. Она его взяла гулять, а ну, а уже мне в рюкзак положила тризуб. Вася по растениям. Давай. Все, наигралась? Да. Тримай. Угу. Короче говоря, плед мы не брали из ресторанов. У Тамары свой, только это не плед, а как типа шарф. Пончо, да. У Тамары есть свой пончо такой. Похожий. Пончо. Ну что, говорит, ресторан украли, никак нет, не... Нет, это мне Людмила Борисовна пончо еще много лет назад подарила. Это. Люди, если помнят, ты снимала первый раз, или не снимала. А она же никогда не снималась. Да. Она же всегда... Нет, не Людмила Борисовна, а вот с этим пончо я снималась. Понятно. Да, видео смотрите, это пончо есть у нас уже. Хорошо, что есть у нас фиксация. Что у нас зафиксировано. Вася все идет, выглядывает, какие здесь растения растут. Этот район называется Вышеград. Мы вышли на метро Вышеград. Проехали одну остановку с Павлова. Высокой местности идем. Оттуда Прага видна. Ну, мы сейчас площадки вам покажем. С Оглядовой. Вечером теплая погода такая. Ух, я отстала. Скоро уже октябрь, а посмотрите, деревья зеленые стоят. Даже одного листочка желтого нет. Нынешних вождів крок заснував ще в 11 столітті. Часи тільки початку розвитку різних форм державності на теренах Європи. І отож він його зробив, потім розквіт тої будівлі стався за Карла IV в 14 столітті. Ось відбудувався, побудувалися замки, побудувалися багато фортифікаційних цих мурів. От, значну частину середніх віків грав роль великої такої крепості, оборонної споруди. А потім в часи гусицьких воєн, коли повстання селянські, вони його зруйнували якийсь час. І в наступний період основна була... За часів Карла IV він був місцем коронування всіх королів.
чеських, а потім вже в ті часи канув в літу, і воно використовувалося головним чином як могилки, кладбище для більшості видатних осіб Чехії. Тут зараз лежить і Карл Чаплін, да, і багато-багато хтось. Отак, чи ті оборонительні якісь заоружені, толсті такі. Що там написано? Ти вмієш по-чешськи читати? Не вмію, Таборська... Один із воріт. Улики, Вася сразу увидел. Для пчел. Ночью здесь очень красиво. Кафе. Где-то, видимо, стадион, раз идут, молодежь идет. А, так это еще одни ворота, где тут ров был вырыт со зверями, наверное, раньше был. Все сохранилось с 11 века все. Хорошо нам Вася рассказывает историю. Музыка там играет. Клематис еще растет. Уже отцветает, конечно. А здесь разные растения высажены. Так классно вечером пройти с семьей по такой красоте. Вася, что ты воруешь? Не ворую, я беру стебло от мельни. Понюхай. А, да, пахнет. Чем пахнет? Пахнет, да. Ты семена тебе собираешь? Да. Ну, что ж, губо цвете, все пом'яко. Але что ты не знаешь? Так, а оце? Це ж не знаю, що. А, знаю щось. Люди йогою займаються. Можна присоединиться сюди, хто хоче. Где я палками ходить могу. Там ров не очень видный. О, кто-то потерял, видишь? Да, чуть-чуть ободок. Поводок. Ага. Поводок. На Волтаву, да? Сними, да, Ева у нас фотограф, она классно снимает. Подожди, да. Мне надо. Все, если нам нужны очень красивые фотографии, мы будем просить Еву. Она такой у нас профессиональный фотограф. Отсюда вид открывается потрясающий просто. На Прагу, на Волтаву. Командирша, да. Все ей надо. И это ядовитые ягоды. Давай меня. Давай меня, да. Я там боюсь, ты его.
тут мы не проезжали случайно? Проезжали. Голые лодочные вот так. Проезжали. Да, на трамвай. Я сзади дальше. 2000 лет. 2000 лет. 봤는데 이제 저는 남자애들 뭐 조금 나이 든 애들 많고 이래서 아 그리고 다음날 일찍 저는 작곡반에라는 곳으로 가서 채팅해야 돼서 뭐 커플이나 이런 거 안 가고 그냥 혼자서 호스텔에 앉아서 있었거든요. 근데 걔네들은 거기 숙소에 머무는 애들이 아닌데 리셉션에 있는 남자 친구인 여자애들이 왔어요. Да, да, да. Проезжали, проезжали. О, Вероника. Ника, раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Не, все, я точно хочу айфон. На скидке тебе солнце видно, чешу. А, я хочу айфон. Ты зачем бьешь Василия? От любви. От большой любви. У тебя что, разболелась спина, шея? Да, у него завжди проблемы. Да, она завжди болит. Она а, понятно. Она была на кухне. Там кафе, виноградники здесь растут. Ух, и вид, закат. Замок. Замок и Прага. Готовящаяся ко сну над Волтавой. Ой, куда мои ушли? Красота, да? Дорожки здесь такие, там газончики подстрижены. Ароматы такие, а, осенние. Пахнет какими-то цветами. Какая красота, да? Базилик минор. Двери какие красивые. Базилика апостолом Петра и Павла. А это базилика апостола Петра и Павла. Здесь даже плитка красиво выложена, посмотрите. А здесь похоронены, да, вот и кладбище здесь. А-а-а. И новые, и старые, там старые дальше, под крышей. Надо сюда с экскурсией приходить, чтобы рассказали, да? А где Вася с Галей? Туда дальше пошли. Дальше пошли. Ага. Оу. Оу. Пошли на старый. На старый? И ты хочешь со мной пойти? Да. Ну, пошли. Давай тогда выключаю. Будешь палку брать? Она со мной пойдет. Я не буду снимать уже. Давайте. Уже не буду снимать, потому что... Добрый. Здесь, видишь, водичка течет. Вот уже старый маленький. Старый, да? Да. Не открывай только, не открывай. Вот такая шустрая. Все и надо везде успеет. А где они? Идем сюда. От старых могил. Да. А? Да, бачим. А если мы прямо пойдем туда? Нет, пошли туда. Выходим. Где баба Галя? Вон идет баба Галя. Страшно как.
Вася, нашел хоть одну могилу старинных каких-нибудь? Я читался тут. Цей похоронений письменник Чапик Павлович, як його називав, Чапик Павлович. Да, вроде. Я написав. Щоб його тут знайти, треба піти. Ну, треба екскурсію брати. А монахи? Да, да. Ой, белка, белка, Люба. Где? А, точно бегает где-то. Деревна крыса. Не успели. 15. Да. Да, да. Убежала уже. Уже убежал. Опять палку отняла. З 96 по 2002 рік уряд виділив гроші на реконструкцію багатьох фрагментів цього замку. Там на таблиці було написано. Краловський окрешок. Окрешок що значить? Типу по кругу, щось, типу частки. А, понятно. Не знав чеської мови. Бойниці, да, що тут видно? Тут в'їзд, один із в'їздів. Якщо ворог штурмом брав, підбиралися, я все добре, з цього боку прострілили, все лучниками. Волтава видно. Здесь стріляли. Одні із ворот з цієї сторони. Стріляли лучники. Ох, и тяжелая была жизнь раньше. Ну, сейчас нелегкая, конечно. Но раньше вообще со стрелами, конечно. В гору подниматься надо. Ах, пахнет же как. Здесь уже листья желтые. У каштана пахнет осенью. Моя палка ей помогает, да? Я не отстаю от палки. Бабушка была четыренога, трехтренога. Так, дай палку сюда. Почему? Палку дай. Как мне ходить? Тут гора такая. Пришлось бежать с одной палкой. Палка не отстаю от палки. А, хитрюля, залезла уже. Бабушка Тома как приезжает, все. Да. А седла? Томе, бабушке Томе, дай. Кого дать? Палки? Еще тебя нести, еще палки нести, да? Ага. Тру-тру-тру-тру. Да, уже домой идем, наверное. Ну еще, наверное, далеко нам идти теперь. Да? Да. Замки збереглися. И Гитлер же тоже не разбивал. Гитлер не разбивал того, что Чехия фактично, ну, не можно сказать, что не было спротиву. Спротив був. Один из військових діячів складав спротив. Але Чехію перед війною розбазарили. Сілезія, 38-й рік. Чемберлен разом з французами віддали Силезію Гітлеру. Гітлер, як тільки Силезію забрав, поляки свою область, як то називається, я забув, забрала там
написано, що 120 тисяч жило чехів, а 80 поляків. Вони сказали, що наша область поляки собі забрали, угорці свою забрали, і Чехія осталася манюсінька така територія. І вона здалася, вони підписали мирний договор, і Німеччина окупувала, поставила свого ставленика тут, і вона стала сателітом Німеччини. Поэтому столько много всего сохранилось исторически. Да. Спротив був, але не на рівні держави, а на рівні цих добровольців. Вона в війні фактично брала участь на стороні Німеччини офіційно. Лише добровольці був проти. Але в 45-му році в Празі було повстання проти фашистів. Ми зумілись десь, зібрались силами і підняли повстання. Да. Замок Віта в той стороні. Це, по-моєму, Боцат туди, за тої академії не вистачає. Не знаю. Ну, а де Карлівниця? Отакож Карлівниця туди. Бо тому, ну, а що ж, Верхушка. Десь там. Ну, то я видирався і туди, а то перевал, і от туди там. Це парк Поліманка, стіна, я не скажу. Чи в этом, там, де ця стіна? Там есть бомбоубежище. Как показала, против ракет ничего не помогает. Понятно, что там. У всех моя палочка побывала. Пошикувать я хочу, может, трошки. Бабушки любят, да?